Всем привет! Привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер, а это наша дочь Алиса. Моя дочь Алиса, которая сегодня со мной, как, собственно, она уже привыкла всегда. Обозреваем мы сладости, и вот она будет обозревать. Главное обозревать сладости. Сладости, кстати, не обычные, а купленные в магазинах Хорватии или Европы, ну, где, откуда, как приедут вообще. И сегодня у нас на обзоре... Вот такие вот, похожи на чипсики, вот такие вкусные чипсы с разными вкусами. Они вот... Мы не знаем вообще со вкусами они или нет, мы вот просто купили, непонятно вот что это. Вот есть розовые, белые. Давай, открывай. Вот, давай сейчас откроем. Открывай, сейчас посмотрим. Похоже на пакет до крема. Да, на кондитерский мешок очень похож. Да. Давай так, мне. Давай, держи. Ну что, первое кому? Давай тебе, конечно. Давай. Мне попалась вот такая. Они двухцветные, надо же. Что это вообще такое здесь? Каких-то... Дай попробуй. Напиши. Так, я взял сине-зеленую. Там что-то есть внутри. Там внутри так... кислинка. Да. Кислинка как... Вот в моем детстве были витамин С такие. Желтенькие шарики. Один в один прям, реально. Как беспонтовая штука. Че это, Алис? Давай попробуй еще одну. Давай. Желтая, просто желтая. Вот такая желтая. Внутри какой-то порошок, какие-то гранулы. Покажи гранулы. По вкусу прям вот витаминка С или аскорбинка. Не, витаминка С такие желтенькие были маленькие шарики, я помню. Каждое утро после завтрака нужно было один шарик такой рассосать. Вот то же самое, реально. Да? Да, кислое. Короче, соу-соу. Не знаю я, чье это производство. Давай посмотрим. В Британии. Не, в Германии. Немецкие, вот написано. Германия. В общем, немцы сумасшедшие сделали какие-то непонятные конфеты. Ну, Алисе нравится. По мне, просто кислая, непонятная просто штука я... в виде летающей тарелки. Просто я очень люблю кислое. Алиса, иди ко мне. Да. Ну, в общем... Алиса любит кислое. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте следить за обновлениями. Скоро пока, будет пока. Что-нибудь еще. Будет, Алис? Какой-нибудь обзор еще будет, наверное. Да. Пока-пока. Пока.